Всем привет, дорогие друзья, с вами C3SSM, и я играю с ботаном на карте Payday. Да, всем Payday. Привет! Payday, да. Ребят, объясните, привет что всем, меня зовут давай, Коннор включай, Смит. Я пока что настрою. Банк. Спросите меня, о чем хотите. Без ребят, музыки. У нас есть три команды, хакеры, стрелки и водители. Без музыки играю. Хакеры, вы главная часть команды, ваш цвет зеленый. Стрелки, вы должны прикрывать хакеров, да и вообще всех. Ваш цвет синий. Hello, my name is Bonner Smith. Ой, простите. Привет всем. Водители, вы должны достать машину, затем подобрать всех остальных. Ваш цвет красный. Ты закупился? Закупай еще броню, не забывай. Да, я знаю. Может, пистолет да, закупить? Да, все, я закупился. Не, у меня пистолет Glock нормальный. А этот? Давай, я начну. Раз, давай. Два, три. Смотри, ну, сейчас не спрыгивай вниз. Почему? Смотри, а что вот надо. Вот, а теперь надо нацелиться наверх этого на Е нажми и на кран. Е. Гарпун. Смотри. Ну, я нажимаю. А у тебя только гарпун есть. Где надо ждать, когда ты прыгаешь. Давай. А что будет, если стрелять по тросам? Все? А как мне? На Е там вот такая черненькая штука совсем справа. Вот. А, вот. Я застрял. Вот, все, я поднимаюсь по пожарной лестнице. Я тоже. А ты на как. Ты выше меня, что ли? Приземлюсь. Да, я выше тебя. Я просто застрял между текстурками, и из-за этого мне надо подниматься. Так. Меня ранят! Нифига, боты-то тяжелые! Тут боты были? Да. Наверху один был. Так. Мне влагает из-за того, что, блин. Да, идёмте. Нет. Сейчас прочекаем всю крышу. Да все тут чисто. Так. Прочек. Я так думаю, или мне кажется, что по вентиляции где-то. Как туда? Ну я чуть не спрыгнул. Мои руферы неудачники. А, тут невидимые текстурки. Давай спрыгнем. Да, конечно. Смотри. Чё? Смотри вниз. Что нам смотри вниз. Туда вниз смотри. А что надо нам делать? Теперь надо, наверное, спуститься. Надо было, наверное, только крышу зачистить. А, стой! Это надо выше еще, смотри, вот. А. Я так думаю вообще. А, там есть просто второй. Я сейчас обратно вернусь. Нажим. А, вот так что ли надо? Или мне кажется, а, я надо понял, я понял, ты тут стой, я сейчас быстренько спущусь. Потому что у тебя мало хп, и ты это не должен делать. Ты там стой на крыше, на всякий случай. Я стою. Я тоже, походу, понял, надо на кран. Вот эту настроить, а надо потом на другой. А я думаю, на кран надо залезть, там как бы лестница. А там туда не залезешь, Дим. Там не залезешь. А я сейчас прочекаю быстренько. Так, может, тут надо запаркурить. Хочешь, я так думаю, что нужно с крана на кран. А потом с крана на другого. Я поднимаюсь наверх, пока что ты там на здании сиди. Ты все равно. А да ты спрыгнешь. А, хотя я там спустился полностью снизу спрыгнул, у меня все хпшки. Вот все. Там полностью надо с ней спуститься. О, я вниз полностью спускаюсь. Да, тут второй экран есть. Я не сняли ничего. Кстати, тут я можно закупаться. Уже? А, я тогда закуплюсь. Мне нужна броня. А ты на каком этаже, Дим? Я на крыше, где мы начинали. А как залезть? Стой, подожди. Надо прыгнуть и на лестницу. Ай-яй-яй-яй! Там не залезь, стой, подожди. А как я тогда потом опять залез? Да блин, зачем я нажимаю на пробел? Надо пробел нажать.
я понял, но я когда залезаю, я нажимаю пробел и отпрыгиваю случайно. Уже как несколько раз так сделал. Где закупаться можно? В этой зоне. А вот. Все, бронежилет, все. Как жалко, тут хилок нету, да? Угу. Вот, смотри, вот с этого крана. Иди, я понял, как, наверное. Короче, а, тут не допрыгнуть. Ты дебил? Тут невидимые текстурки. Нет, тут можно запрыгнуть. А как ты не умер? Стой. Я умру, да? Да, у тебя мало хп. Давай я тебя поймаю, я тебя поймаю. Это не ест. Опять он, что ли, зашел? Или чего Джейсон умер? Ну давай, вот. Молотов же залетел. Я полетел. А я не мог почему-то. Подожди, у меня... Я думаю, я Человек-паук, стоп, подожди. Человек-паук. Как-то разобраться. Надо как-то вот сюда наплюет, смотри. Ну ладно, пока ты там действуешь, можно? Я умру уже. Стоп. О! Смотрите. Я умер. Я умер. Я старт понял. Сейчас мы продолжим так. С этого метри. Вот мы продолжаем. Он нашел параплан. Он полетел он туда, куда-то. Он умер. Я умер. А вот тут теперь взламывается, видишь? Вот там. Смотри, нажимаешь, где я оказываюсь. Это что? Это взломно называется? Да. С такими лагами тут невозможно играть. А, почти. Видел, как я уже прохожу? Давай рестарт гейм, я возрожду. Это... Ну ладно. Сейчас опять продолжим. С этого момента я могу снимать, согласен. Раз, два, три. Мы все прошли. Вот. А, нет, нет. Мы прошли. Едва я взломал. Без ноуклипов. Так. Вперед, давай, давай. А, я не могу пролезть. Уйди, уйди. Все взорвется. Так, ходим, ходим, ходим. Иди. А, лагает. Снимаешь? Да. А, это лагает. Очень. Может, это замедление времени, типа? Это там. Ходим сюда. Что это? Вот. А, у меня лагает, я даже не знаю, куда я стреляю. Так, тут сервер. Давай, ты его забрал. Надо... Уйди, уйди, я тут сорваться надо. Так, что мы должны... Давай. Что мы должны забрать? Так, блин, я же музыку отключил. На улице! Там копов много, я бегу. А, у меня патронов мало. Да, там копов очень много. А, копы. Я тихонечко убиваю. Бежим за тачкой, бежим за тачкой. Бежим за тачкой. Я не могу, меня убивают. Я кидаю слепу. Давай, беги. Зачем ты кинул? Я сказал, я кидаю слепу. У меня только глок, у меня патронов мало. Я взял блок, тут мне показывают аркан. Так, сейчас проверить. Что молотов так взорвался? Молотов стрельнули. Просто когда он летел. Или он... Блин. Надо было музыку отключать. Там. Ты можешь просто звук убавить. Это ты смог кинул? Нет. Вот, один. Я вижу, там я в других стрелял. Я не попаду в него. Убил. Да ладно. Тут они смолки разбрасывают. У меня смолк, я его не закупал. Там чел раненый прыгает наверху. За этим ящиком синим, маленьким синим ящиком чел. Нет его там. Вот он. Это не синий, ты издеваешься? Это дальтоник. Ну вот такой синий. И последний в доме. Убей его, чё. А, у меня лагает.
у меня патрон. А вот у меня локальти. Ты его убил? Молодец. Так, вот сюда. А можно закупаться? Да. Стой, тут где-то рядом закупка можно. А ладно, я на эмпус. Опять музычка. Так, я ты сядешь за руль или ты? Или я? Давай ты, бля, так лагает. Давай. Я не могу. Едем. Да, нам ехать. А, нормально. Я знаю, я тут по дороге поеду. На ФПС 220 снимаешься. А у меня 13, но у меня... Это не ФПС, а пинг. Что? А, колесо отвалилось! Что? Как? А, тут невидимые текстуры. Поедем по той дороге, которая... Прямо... Ой, я вылез! Давай, давай, гоу, 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 гоу. Может быть, я пошел за парапланом. Сколько хп? А у тебя так мало? Ты бери параплан. Хочешь, чтобы я взял? Ага. Секунду, там кто-то есть? Нет, там никого. Я возьму СГП, потому что... Там они всегда далеко и прицелом. А нельзя ВП? Нет, я сам попал. Да, первый садись. Хорошо. Ты пока что сядь. Как вылезти? Вот, все. Там мой первый. Все, полетели. Так, Ви, вперед. Вот тебе, сейчас я почитаю. Нет. Куда мы летим? Все. Покатались так. Хорошо. А соседи как уже? Да, секунду, там на ее можно было нажать. Я уже все. Пошли на пролом. А как мы пойдем, если нам за тачки или хотя бы аэроплан? Может, теперь можно пешком пройти. Если можно будет тачку забрать, полицейскую. Будешь пробовать? Нет, нельзя. Нет. О, тут аук, блядь. У меня здесь. А почему не АВП ты закупил? А зачем? Ну, музычка пропала, все. Сейчас аукнет нас. А нет, все, можно бежать. Все. Нет. А что я дальше пробежал, чем надо? Нам пришлось пешком идти, ребят. Да, это печаль. Так что кто-то управлять не умеет. Вообще-то там не ведьмы текстурки. А параплан не летает. Видишь, как вообще без воздуха. Управлять, потому что не умеешь. Тут копы, кажется. Ну, так. Полицейские машины, но копов нет. Блин, я уже коп думал. Мы почти прибежали там к центру. Вот, видишь, там это Сбербанк, если что, мы будем грабить. Мейсбанк, да? Сбербанк. Мейс. Вообще-то как Сбербанк, это русский. Только настоящий Сбербанк, а тут Сбербанк. Сбербанк, значит, Украина. Бежим. Вот, видишь, вот это здание. Да. Сбербанк. Бегу. Бегу. Так, надо сюда подойти. Бегу. 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 А я... Сбербанк. Жду тебя, жду тебя.
Ну, я сюда. Перед тобой! Ну ладно, идем сюда. Может, можно открыть? Хочешь открывать, что облетаю? Что-то надо сделать? А, вот, хэс, значит, в этот зайти на дом. Вот, нет. Это патроны. А Серёга туда показывает, ну ладно. И вот это здание выделяется. Я не знаю, куда надо идти. А, я типа жду машину. Машину привезли бы! Такси! Что надо сделать? Я пока что продолжу, когда мы сможем. Так, о, я не знаю, я пропустил, не пропустил. Ну ладно. Сейчас буду. Будет на самом интересном завершение серии, да, Игнат? В смысле? Раз, два, три. Всем пока. С вами был C37 и Ботан. Это был Злом. Продолжим в следующей серии.